Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханака Арасаки. Что, уже штаны обмочил? Ха! Кто б сомневался. Могу помочь? Thank you.
ветви. Как ты? Да нормально. А я тут подумал, не хочешь заехать к нам вечерком? У Джос появилось желание замутить настоящий семейный ужин. Как тут отказаться? Вот и прекрасно. Тогда мы с Джос ждем тебя. До встречи. Что-то тут не то. Есть заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил. Thank you.
Прятаться не в твоих интересах. Что рассчитывает? Есть заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил. Выходи!
Попадание!
Позиция потеряна! Отвяжись от меня! Я слышал, Бог больше нет. Отлично. Всегда приятно работать с настоящим профи. Работа выполнена. Деньги летят.
Твою ж мать. За свою жизнь я четко усвоил одно простое правило. Никогда не лезь в чужой холодильник. В лучшем случае наткнешься на прокисшее молоко. А в худшем... И вот так ни хера себе. Не как сам Рейч Бартмас. Погоди, тот самый Бартмас, который запустил Рэббитс и грохнул первую сеть? Нет, блять, его покойный дядюшка. Ну, конечно, он, кто еще? Я-то его ни с кем не спутаю. В 20-м году по всему городу висели плакаты с его рожей. Все на него охотились. Но еще бы, враг государства номер один. Вот ведь бедняга. Лежал тут, как дохлая крыса в морозилке. А потом что-то перемкнуло, и он оттаял, как свиной окорок. Ага. Судя по аромату, лет 20 назад. Так, короче, все. Больше не могу, я пошел. Да погоди ты. Мало ли что тут еще может быть. Древности времен первой сети, еще поди на паровой тяге. Жалко уходить просто так. Даже если что и есть, уже не рабочие. Ты так считаешь? А я бы не торопился с выводами. Лучше проверь. Ладно, я подумаю. Вот именно. Все равно спешить некуда. Посмотри, вдруг найдешь чего. Во! Это Элайла от SGI Tech. Лучшая кибердека в своем классе. Вот, а я тебе говорил. Иногда стоит и в дерьме порыться. Слушай, я тут подумал. Помнишь Никса из Посмертия? Он вроде в старой технике разбирается. Я бы к нему обратился. Кто знает, что можно вытащить из этой штуки. У тебя есть халтура. Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски. Подробности я отправила в письме.
Прятаться тут негде, так что вылезай! Есть что-нибудь интересное? Смотря чем ты интересуешься. Thank you.
честно, без понятия. Прекрасно, Ви. Красный Джо начинает тренировки уже завтра. Скоро ты о нем услышишь, помяни мое слово. Он мальчик талантливый. Спасибо тебе. До связи. Не подходи! Последний шанс! Очень хорошо. А теперь выметайся! Господи, почему я не попал в башку модели? Или хотя бы, не знаю, там, ландшафтного дизайнера? Ну скажи, что опять не так? Ты опять таскаешь меня по каким-то вонючим помойкам. Вот что. Заказ есть заказ. Какой же там был код? Клоповник. Да ладно, не ты ли полжизни бомжевал по заброшкам? Да это другое дело. Я тогда был вечно пьян и не в себе. Так, так, так. Потайные двери. Как банально. Но вот почему люди настолько предсказуемы?
Прятаться не в твоих интересах. Вылезай давай.
Ну чё там ещё? Да я тебя с потрохами сожру, падла! Вот и как! Ну всё, пизда себе хуйло! Потому что нельзя подставляться! Сегодня ничего уже не порадует. Замечательно.
Закрываю этот заказ. Как тебе, бро? Шрапнель от взрыва прошла через бедро. А я вот подорвался. На чем? Да обычное СВУ. Самодельное взрывное устройство. Отвечай или стреляю! Я не корпорат, я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Передай им, пусть нахер идет. Заряжен? Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучше, я у нее учился. А теперь продалась. Но меня не купишь. Нет. Она была твоей наставницей? Не только моей. Она была лучшим военным репортером Найт-Сити. А потом стала фиксером. Да, говорю же, продалась. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из этих сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холт пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Ты
Так зачем готовить материал про ветеранов, если всем на это плевать? Чтобы народ начал задавать вопросы, удивляться. Как ты, например. Кто знает, может, крупица неуверенности перерастет в недовольство. Попытка не пытка. Ты думаешь, ты пуп земли? Но для корпората ты вроде назойливой мухи. Буду громче жужжать. Да не вас, журналистов, они боятся. А фиксеров и их разведки. Информации, которой можно убить. Ага, не сомневаюсь, с Ориджиной Юринобу ночами не спит. Ты же искатель правды. Хочешь знать, кем стала Ориджина? Ради чего она сражается на самом деле? Пойди да поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, это для нее очень важно. Макс. Я с ней поговорю. Не больше. О большем я и не прошу. Ладно. Надо только скачать кое-что. Я подожду. Шофер, что дальше? Шампанское? Сигарочка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе. Спасибо за помощь. Хорошо, что этого барана получилось убить. Теперь моя очередь с ним разговаривать. Заказ закрыт.
Эй! Там кто-нибудь есть? Меня атакуют! Я
бета-кислота у меня, но я так и не узнал, что там с Букером. Я ожидал от тебя большего, Ви. Заказ выполнен, но тебе есть над чем подумать.